Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поприветствовали участников поэтического вечера, который прошел на площадке Дубковского дома культуры. Литературная встреча, на которую пригласили ветеранов, проживающих на территории поселков Лесной городок и Вне Исок, была посвящена 80-летию битвы за Москву. Творческие коллективы ДК вместе с участниками клуба «Активное долголетие» подготовили концерт песен военных лет. Ветераны также делились своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.